нормальный, ну разбай! Я ничего не гриверю! Ты угораешь? Сейчас меня позвонит товарищ полицейский, сейчас я позвоню. Чё ты мне гонишь? Чё? Сельского района, старший лейтенант Казаченко. Слушаю вас. Здравствуйте, помогите мне! Меня забанили в Майнкрафт! Чего сделали? Забанили меня! Это что вообще такое? Это игра, там кубики ломать там всякое. Что значит забанили? Вот просто взяли и убрали с игры. Слушай, ты ребенок, куда звонишь-то вообще? Тебе, мент! Ты со взрослым человеком разговариваешь. Сейчас ты не действуешь, хорошо, пойдем другими путями. Друг, если ты мечтаешь снимать ролики антигривершоу и получить золотую и серебряную кнопку YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Серджио Крафт. У тебя будет доступ ко всем регионам, Грифер. Ты сможешь сделать себе префикс, как у меня. Или придумать любой другой префикс, например, префикс антигриф. Вырежи топориком полдома, Грифера. Ты даже сможешь превратиться в любого моба. Например, стать эндерменом. Грифер даже не поймет, что вы настоящий игрок. Напиши на весь сервер, чтобы игроки ломали дом Грифера. И наблюдай, как игроки просто крушат этот дом. А самое главное, ты сможешь посадить Грифера в тюрьму нашего сервера. Ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды C. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес Грифера, с помощью которого мы можем просто троллить его. Ну и забань Грифера от имени консоль. Привилегии владельца сервера мы создали специально, чтобы ты снимал ролики анти-Грифер шоу. На нее как раз сейчас действуют скидки, 97% осталось всего лишь 24 часа, не упускай свою возможность. И заходи на сервер Серджио Крафт. Прям сейчас телепортировался сюда, смотрите. О, даже он, даже себя спалил даже. Он писал до этого через бродкаст, а сейчас он пишет, смотрите. Тут алмазы все на варп опкой. Опять эта схема, я уже устал таких снимать. Я не знаю, как с такими бороться. Владельцы сервера просто творят полную дичь. Дичь творят. Так, смотрите, о, теперь он БЦ пи... А, тут уже другой пишет БЦ, нет, не то. Смотрите, я, короче, прописал варп опка. Он установил варп... варп опка, хотел сказать. Варп опка, а не варп опка. И здесь у нас что происходит? Он, значит, как всегда, человек вырезает пол. Я хочу его найти. Мы сейчас будем его банить. Вот он, главный. Вот он, смотрите, чтобы вы знали. Главный кровосос. Посмотрите, главный кровосос. Он здесь вот так вот, вот, смотрите, сейчас он что-то будет здесь делать. Это чей-то дом, чей-то хороший дом. О, а, он его вырезал, вот, все, понял. Так, короче, это не его дом получается, иначе бы он свой дом не вырезал. Не знаю, что... понял, все, он еще вырезал, я понял, что он делает. Смотрите, ребят, короче, он решил сломать чей-то дом, может быть, это его враг, или его давний заклятый враг, еще раз повторюсь, да? О, раздают алмазики, кстати, я не запрещаю алмазы раздавать. Короче, дом не его, и он решил так замстить, чтобы все прилетели и разломали дом, я понял. Еще раз напоминаю, это владелец сервера, где у нас где у нас кровосос? Где он? Так, стоп, секунду. Так, видите, кстати, у нас, смотрите, статус. Я не палюсь, я вообще никто. Погодите, я пока что никто. Но давайте, знаете, что сделаем. Давайте тпшнемся к нему. Где этот кровосос? Как он там писался-то? Кровосос. О, тп-кровосос. Вот он что делает. Он практически весь домик уже вырезал топором. Летает и вырезает. И пишет бродкаст все на варп-опка. Я думал, он будет, короче, вот вырезать под ними пол, и все будут падать, погибать. Но он этого не делает. В общем, он... он в итоге это сделал! Я не буду собирать вещи, он все-таки это сделал. Вообще, он, короче, разломал чужой дом полностью, вырезал его всем топором, все сделал. И смотрите, поставил себе префикс, вы посмотрите, главный. У него стоит префикс главный. Кстати, обратите внимание на мой ник Петербуржец. То есть я не палюсь, я такой, знаете, я не стал с Серджо там летать, вот как он, да, видите, у него скин Серджо, кстати, я проверил, что он тут делает. Я не палюсь, он не знает, кто, он вообще не знает, что сейчас его снимают, вообще чувак ничего не знает. Сейчас мы будем с ним связываться, короче, лишим его привилегии, забаним вообще и короче, смотрите, давайте с ним связываться. Главный крово... Опа, вообще, помните, что было с домом? И сейчас прикиньте, что с ним стало, от дома ничего не осталось, вообще... Чего он делает? Короче, я томлю долго, давайте. Кровосос. М-кровосос. М... Кра... Подождите. М-кровосос... М-кровосос. Привет, круто ломаешь дома. Вот, давайте напишем. Привет, круто ломаешь дома. Как вы думаете, я чересчур с ошибкой написал? Но поверьте, у нас такие есть, которые вообще пишут с ошибками. Вообще ничего не осталось от дома. Это
А, он что-то... А, Унду прописывает. Смотрите, он Унду... Он, смотрите, что делает. Он Унду прописывает. Он Унду прописывает. И потом опять вырезает. Давайте ему еще раз напишем. Спасибо. О, он написал спасибо. Он пишет спасибо. И, короче, вообще, я первый раз такое вижу. Он еще и... Он еще и восстанавливает дом. А... Все, некогда нам ждать. Некогда нам ждать. Можно я буду с тобой это делать? О, вот так мы напишем. Вот так мы пишем. Это я вам прям показываю гайд, как разводить грифера на разговор в скайпе. Сейчас мы его потихоньку выведем на разговор в скайпе. Сейчас мы будем так летать, 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 летать. О, он пишет, ну давай, а чё нет-то? Посмотрите, когда он так, как, когда он так грифер отвечает, сразу тогда узнавайте у него скайп. Ну, по традиции, да? Тогда скажешь... Мне свой скайп. Вот так вот сделаем. Ай! Тогда скажешь мне свой скайп. Вот, тогда скажешь. Там запрещенный был символ, но это ничего. Сейчас ерунда. Так, теперь ждем, пока он нам скажет свой скайп. Где этот чувак? Мне просто вообще даже снимать здесь нечего, потому что ничего уже нету. Он мне пишет... Ну давай, давайте напишем ТП Каравосос. Вот, это я. Давайте вот напишем ему, что это я. Это я. Вот, это я. Смотрите, это я. Он опять к какому-то домику подлетел. Стоп, он здесь написал мне. Клон Бори 22. Он написал мне клон Бори 22. Так, не томим. Сейчас найду его. Сейчас, секунду. Сейчас найду его, найду. Куда-то звоним, куда не знаю. Куда-то звоним, куда не знаю. Давай, 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 давай. Бери трубку. Чё-то не берет трубку. Чё-то не берет трубку. Я, походу, не ему позвонил. Алло. Опача. Алло. Подожди, подожди. Мне кажется, я где-то слышал твой голос. Ты этот, кровосос. Подожди. Да, 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 это я, ну подожди. Это же... Я понял, кто ты. Я знаю, кто ты. Это ты, этот даун, который видео там снимает на YouTube. Седжу там. Да, 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 это точно ты. Ты уверен в своих словах? Тут вообще. Да, потому что я голос твой помню. Какой у меня? Я не. Я. Ладно. Короче, я так понимаю, бесполезно мне это самое. Слушай, ну если ты. Бесполезно. Если ты знаешь, что понял, что это я, короче, у меня ник петербуржец как-то узнал. Чувак, слушай, ну я. Не-не-не, подожди, не-не-не, я ничего не ломал. Не, подожди, я записал на видео, как ты. Ничего не ломал. Разломал огромное количество дома вообще. Ты вообще весь его сломал. Ты убил игроков. Ты зачем это сделал, а? Ты мне скажи. А, я никого не убивал, не ври мне тут. Нет, ты же понял, кто. Ты же понял, кто. Зачем ты это... Вот зачем, зачем ты сейчас ломаешь дома? Зачем ты это делаешь? Ничего я не ломаю, не ври мне. Нет, ты думал, что я, типа, что, не могу вот так вот наткнуться на тех, кто это делает? Зачем ты это делаешь? Я же тебя вычислил. Стой. Ты зачем? Ты же трубку взял от меня. Ты же чего хотел от меня? Ты же не знал, что я сижу, правильно? Я уже ничего не хотел, я ничего не ломал пока. Ты придурок или что? Я ничего не ломал. Ну ты сломал дом полный. Ничего не ломал, все, пока, пока. Я точно ничего не ломал пока. Он сейчас бросил трубку. Нет, я конечно... Нет, стоп, я могу его просто забанить, но мне надо от него добиться как бы правды. Мне надо... Я сейчас еще раз ему позвоню. Он как бы понял... Ты чё трубку бросаешь? Здравствуйте. Ты чё? А что вы мне звоните? Ты чё, издеваешься, что ли? А вы кто такой? Я вас первый раз слышу. Ты чё, ты Слушай, короче, стой. Ты раз такой смешной, у тебя ник, я смотрю, вот кровосос. Что такое? Объясните, я сейчас сброшу трубку, я не знаю, кто ник вы. Ник кровосос, я понял. Я даже, знаешь, я даже не буду особо церемониться. Я не знаю, кто вы, не... вы о чем говорите. Секунду, я понял. Консоль банд... Баран! Консоль банд кровосос. Ну а чё ты ожидал? Ты тупой! Ты чё ожидал? Всё, тебя нет на сервере, друг. Нет, ты реально тупой! Но ты думал, чё, что ты типа можешь вот так прикалываться, я на тебя никогда не выйду, а и ты... А вы кто? Разбаньте быстро. Ты, короче, полнейший неадекват вообще, я вообще не могу. Да реально, ну разбань! Ты вообще с ума сошел? Ты угораешь надо мной, а я хочешь, чтобы тебя разбанил? Ты неадекватный. Меня полиция сможет выручить? Алло, ты вообще понял, что сейчас? Вообще, ты вообще понимаешь, что происходит вообще? Кто я мы? Я ничего не гриферил, а ты мне тут написал, ты грифер.
Ты угораешь? Ты сейчас... Нет. Ты сейчас прикалываешься надо мной, там бабку в какую-то включаешь, там голос бабки. Нет, 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 вы чего? Слушай, ну я тогда бросаю скайп, что мне с тобой делать? Нет, 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 все, подожди, сейчас меня разбанит товарищ полицейский, подожди, сейчас я позвоню. Кому ты звонишь? Что ты мне гонишь? Ты тут и бабку... Ты что ты делаешь вообще? Ты то ты баб... Да мешай! То ты бабку включи... Все, давай, я сейчас сбро... Сейчас. Чего? Кому ты звонишь опять? Кому ты звонишь? Чё ты делаешь? Зачем ты звонишь кому-то? Звоню, чтобы меня разбанили. Кому? Бабушки, дедушки? Тебе не помогут? Помогут. Это Советского района, старший лейтенант Казаченко. Слушаю вас. Здравствуйте, помогите мне. В чём именно? Меня забанили в Майнкрафте. Чего сделали? Забанили меня! Разбань меня! Это что вообще такое? Это игра, там кубики ломать там всякое. Я там купил донат за 600 рублей, а меня забанили. Что значит забанили? Ну вот так, вот просто взяли и убрали с игры. Слушай, ты ребенок, куда звонишь-то вообще? Тебе, мен! Ты со взрослым человеком разговариваешь. Я с каким-то разговариваю, который меня разбанить не может. Ты нормальный вообще, нет? Ну я понял. Раз ты не действуешь, хорошо, пойдем другими путями, пока. Ты вот, чувак, почему он меня разбанить не может? Ты что натворил вообще? Зачем ты позвонил полицейскому? Ты что делаешь вообще? Ты неадекватный, дружище! Он меня разбанить должен! Дружище, быть. Я не зря тебя забанил! Тебя вообще изолировать надо! Он меня должен был разбанить! Ты вообще неадекватный! Я сейчас снимаю ролик, ну ты как понял, наверное. В смысле опять? Посмотришь на канале на себя вообще со стороны, я не знаю, ну это вообще... Ребят, ставьте лайки, если вы считаете, что это... Да какие лайки, дизлайки, Даун, ты что творишь? Это, я даже не знаю, ну мне просто смешно, я бы хочу, конечно, бросить трубку, но это настолько... Смешно настолько, ты же в школе учишься, да? Нет! А где ты учишься? В доме престарелых. Я понял, братан, все, давай это... Давай разбанивай, меня мент конечно. Не смог разбанить. Все, ну, слушайте, я бросил трубку сейчас, невозможно разговаривать, невозможно, вообще... Мне просто, знаете, мне уже противно это. Ну просто человек звонит, там, полицию он позвонил. Зачем-то он набрал полицию. Он знает, во-первых, как дозвониться в полицию. Это не все знают, кстати. А он знает, он дозвонился. Хотя это вроде просто звучит. И там, и так, без того, усталые сотрудники полиции уже вечер, а он им втирает какую-то дичь в уши вообще. Что-то разбанить там, чё. Мне прям искренне жалко. Вообще, прям, фу, прям... В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, если вы считаете, что он безумец. У меня, смотрите, ник Петербурзес. Я не думал, что он будет звонить полицию, конечно. Я просто хотел его забанить, просто хотел с ним связаться, и все. Я не думал, что он будет куда-то звонить опять. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, если считаете, что он просто какой-то непонятный был, этот грифер. Если вы согласны, что я правильно сделал. А для нормальных ребят, как я всегда говорю, для нормальных ребят... IP в описании ролика, заходим, и здесь куча есть развлечений. PvP мы обновили, PvP, смотрите, здесь на PvP вообще круто. У нас здесь куча людей, вот она, зона PvP, никто туда не выходит, смотрите, все боятся. Вон уже там драка началась, смотрите, они уже стреляются, вот чувак уже просто раненый, со стрелами. Просто здесь борьба идет, короче. Очень много у нас развлечений. Вы можете получить админку бесплатно, да, вы можете выбить ее там. Вы можете прокачать своего игрока, посмотрите, вот так вот тыкайте, и здесь вот топ игроков, вот, вот. Топы вообще наших игроков на сервере. Также здесь есть, смотрите, админка. Бесплатная админка, я уже говорил. Здесь можно получить ее за время, там, за убийство, за все про все можно получить. IP в описании ролика. И сейчас мы разрешили вход с версии 1.13.2 вообще. Всем разрешили. И у нас еще был вайп на сервере. Был вайп, карта чистая. Залетайте, короче, IP в описании ролика. Всех буду ждать. Но я, видите, я под ником Петербуржец, но я буду играть под ником Седжо. Все нормально. Всех буду ждать, IP в описании ролика. Все, всем пока. Ставьте лайки. Ставим лайки, пока всем. Я пойду еще что-нибудь поделаю сейчас. Пойду что-нибудь поделаю.